В основе спектакля лежит приключенческий роман Вениамина Каверина «Два капитана». Эта история, знакомая всем со школьной скамьи, в интерпретации гимназистов обрела новое звучание. Как рассказали сами ребята, в первую очередь они хотели донести до зрителя, что никогда не нужно отступать, когда следуешь за своей мечтой. Он будет интересен не только детям, но и взрослым, так как в нем поднимаются темы, которые заставляют задуматься. Самое главное в этом спектакле, что он о чем-то. Глеб играл в спектакле Саню Григорьева и его друга детства Жукова. Как остальные артисты, Глеб блестяще исполнял свои роли, пел и танцевал. Первыми зрителями спектакля стали одноклассники и учителя юных артистов, которые сопереживали героям и поддерживали своих товарищей на сцене. Оценивали постановку представители департамента образования. Но самое главное, те ребята, которые сегодня были здесь, не продемонстрировали готовность к взрослой жизни. Другое осознание, другое переосмысление, наверное, себя. И такие спектакли, и проживание себя в таком спектакле позволяет тебе встать на новую ступень. Новую ступень развития, новую ступень самоосознания, новую ступень вообще понимания, куда ты будешь двигаться. Дальше. Видеозапись спектакля отправит на финальный этап конкурса «Театр Олимп Росатома», на котором жюри выберет лучшие постановки. Их представят на финале в Новоуральске. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.